Добрый день, уважаемые подписчики. В очередной раз устал Викинг у нас. Маркировка МБ-650В. Газонокосилка. Здесь приключилось накопительным, как говорится, составом очень много чего. В очередной раз заводилка у нас оторвалась. Внутри сам механизм уже раздолбанный. Я думаю, что сейчас закажем новый и поменяем его. Также перестала заводиться. Почему я оторвалась? Дергали. Заводится. На холостых еле-еле работает. Оборотов не развивает. Помимо этого, проблемы с тросами. Здесь у нас все оторвалось. Трос, видать, оборвался, и замедление и увеличение движения не работает. Газ здесь тоже что-то, трос не хочет двигаться, просто его закусило. Ну и сниму, разберу, посмотрю, что там с карбюратором происходит. Сам механизм уже деланы и переделаны, он еще работает, но он уже изношенный, вот-вот начнет, как говорится, выскакивать, поэтому возьмем и закажем новый. Ну и ручки разберу. Сейчас ручки посмотрю, что с тросами. Троса эти закажу новые. Торкс Т20 здесь. Да, этот трос просто оборвался. От времени уже здесь у нас, сейчас посмотрим, что.
Так, ну, трос газа здесь живой, но менять его все равно буду. Почему буду менять? Потому что у него рубашка посередине переломана, где-то передавили. И здесь он тоже переломанный уже. Уже второй трос и третий трос. А, газа, вот он. Рубашку я говорил, что на нем сломана. А сломана она вот в этом месте. Вот она. Чем-то перебили, изолентой перемотали. Также сломана вот эта труба. Либо эту сниму, заварю. Либо новую, если будет, закажу. Ну и все, дальше пока разбирать не буду. Заказываю все и кручу дальше. Заказал, пришли запчасти. Все, что заказывал, все пришло. Хорошо, что есть в городе цивилизация. Так, ну что, мне надо тросика управления добраться, поэтому я разбираю верхнюю крышку. Сколько тут грязи за это время набралось. Ого. Ну, сейчас здесь почищу маленько. Называется, маленько почистил. Часть еще ветром разнесло. Немножко почистил. Меняю вот эту перекладину. Новую тоже привезли, поэтому эту варить не буду.
Ребята, здесь на кровельный саморез просто взяли и вкрутили. Ну, как выход из положения, временно поработала, но трубка ослабла. Если кому-то номера помогут, номер этой перекладины 6375-703-3300. Вот такая вот перемычка. Трос газа поменяю в последнюю очередь. Пока меняю трос управления. Здесь на этот двигатель идет два тросика. Один с правой стороны — это тихоходный. Что он там делает, сейчас разберемся. А второй идет подключение. Но подключение трос просто... его переживала всего. Если посмотреть, здесь он, его рубашка вся сморщилась. Откручиваю болт, снимаю его вместе с креплением. Вот трос я снял. Нажал фиксаторы на рубашке, рубашку вывел вот отсюда. Вот этот конец был заведен вот сюда. Это трос включения привода колес. Это ремень я скинул, просто наклонил вперед и скинул. Но я вот не вижу, куда у меня идет второй трос. Трос медленно быстрее. Еще нашел грязь. Все, увидел. Увидел, куда он идет. Также нажимаю на рубашку и выдергиваю его из зацепления. Все, второй трос вытащил. Ну и сразу ставлю новый. Так, вот трос подключения привода.
63 60 700 75 10. Это трос газа 63 60 700 75 40. И третий трос, этот трос медленно быстрее 63 60 700 75 20. Вот его в первую очередь беру, достаю и устанавливаю. Его защелкнул. Одеваю этот трос. Поторопился. Его надо провести здесь за пружины. Вот так вот он был. Также оплетку защелкиваю здесь. Все. Одеваю на место ремень. И одеваю трусы газа. Ну, теперь троса вывожу вверх. Троса я здесь подключу. Трос газа, вот фиксатор, вот трос привода,
и трос скорости. Так, старт. Стоп, мы просто газ отпускаем для запуска. Все, ручки собрал. Все здесь работает. Сейчас сразу поставлю новый колпак. И вот тоже взял. Этот уже развалился. Мелочь, а приятная. На место быстренько скидал. Ну и ставлю новый стартер. Стартер 49-76-80-08-400К Брикс. Ну, новый он и есть новый. Все, стартер прикрутил. Все, пробую заводить. Все управление работает, колеса крутятся, останавливаются, обороты добавляются, убавляются, и двигатель работает. Теперь кожух оставлю, закрываю. Так, скидал, запускаю. Все, запускается с пол рывка и сразу трогается при нажатии. На этом все. Всего вам доброго.